Итак, есть истинное чувство собственного достоинства, когда человек хочет всем служить, хочет о всех заботиться. Есть ложное чувство собственного достоинства. Ложное чувство собственного достоинства, оно действует через желание счастья себе. А истинное чувство собственного достоинства основывается на разуме, когда человек понимает, как правильно, не то, что ему хочется, а как правильно, то тогда человек начинает из чувства долга, из чувства знания действовать как правильно и достигает счастья. То есть, когда человек действует как надо, у него работает истинное чувство собственного достоинства, которое есть удача. Что такое удача? Вот я пришел на работу, допустим. Работодатель что у меня смотрит в глазах? Если я, допустим, пришел на работу, мне говорят, ну, как, у вас какая работоспособность? У меня спрашивают, какая у вас работоспособность? Смотрите, мой ответ. А сколько у вас платят? Он говорит, все, до свидания. Он больше не хочет разговаривать, потому что у человека включилось сразу же ложное чувство собственного достоинства. Он начал спрашивать для себя. То есть его спрашивают, ты хочешь, ты можешь что-то нам дать на работе? То есть он его буквально спрашивает. И тот отвечает, давайте деньги сначала. Он говорит, до свидания, нам вот таких своих хватает. Это называется неудачник. Человек, который не может быть счастливым. Или второй вариант. Человек приходит на работу и говорит, возьмите меня, пожалуйста. Униженный сразу. Он только посмотрел на работодателя, такой, унизился сразу. До свидания. Или он приходит на работу такой, да я, вы знаете, вот нас таких я видал. Берите меня, у меня 5 дипломов по высшему образованию. Я самый лучший специалист в городе. Он говорит, до свидания. Самый лучший специалист в городе. Гордость. Или человек приходит, смотрит такой, ему говорят, вы ознакомились с нашим предприятием? А? Депрессия находится. До него медленно доходит сигнал. Тут все, мы с вами поговорили. Сигнал не доходит, до свидания. И человек доходит, приходит на предприятие, он такой, как бы, а это что у вас такое, а это, а, здравствуйте, да, за свидания, я вас слушаю. Суета. До свидания. Видите, о чем я говорю сейчас? О том, что если человек пришел, и у него чувство собственного достоинства не встало на место, нечего ловить дальше. А? Что? Ну дайте микрофончик, кто там кричит? Сейчас мы с ней разберемся. Кого на работу в результате возьмут? Те, кто принесет счастье. А кто это? Кто это? Для этого надо смотреть на человека. Вот, допустим, ты замуж хочешь выйти, ты смотри сначала. Потом будет поздно. А если уже поздно? Значит, надо изучать, как правильно, потому что никогда не бывает поздно. Если не того взяла на работу или из-за того вышла, это то, как так кажется. Нужно воспитывать человека. Значит, у тебя такая судьба. Проглядела, ничего, так действует судьба. Значит, нужно дальше двигаться вперед и изменять судьбу к лучшему. Вот так вот. Хорошо. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо, спасибо вам. Будьте счастливы. Итак... Скажешь, ну это же нечестно, как вот человек там, ну не так себя повел, там, он там засуетился перед работодателем и все, работу потерял. Запомните, здесь не бывает случайности. Если человек самодостаточный внутренний, он правильно настроен, он значит предназначен для того, чтобы приносить удачу. Так надо выбирать человека в своей жизни. Изучайте людей, сами будьте достойны.
Пусть ваши мысли будут сильными, как там, дела красивыми, сердца достойными любви. Сердца достойными любви означает, чувство собственного достоинства в правильном состоянии находится. Хорошая, кстати, песня, вот она как раз по теме. Сейчас мы обязательно ее послушаем. Сейчас вы поймете, почему я об этом говорю. Потому что здесь эта песня как раз о том, как поворачивать чувство собственного достоинства в нужном направлении. Смотрите, вся песня об этом. Чувства сильными означает, мороженку люблю, но вечером есть не буду. Чувства сильные. Или молодой человек понравился, на него смотреть не будут, пусть сам смотрит. Чувства сильные, значит. Сердца достойны любви, значит, человек принимает свою судьбу, он достоин любви. Если молодой человек плохо себя ведет, ничего страшного, у него есть свои желания. Он настроен неправильно, потому что так действует любовь. Терпим, служим, заботимся. Сердца достойны любви означают способные терпеть судьбу. Не поддающиеся, не обижающиеся, в депрессию не входящие, в гордость. Ах ты так, ну тогда вон. То есть в гордость человек не входит, в обиду, в депрессию, в эмоции, в жесткость, в суету, в депрессию. Никуда не выходит, он находится на месте. Чтобы находиться на месте, у человека должен быть сильный источник счастья внутренний. Нужно опираться не на близкого человека, не на детей, не на мужа, а на Бога. Нужно учиться брать силы от природы, от добрых людей, опираться на них и от Бога. И тогда человек может победить свою судьбу, он может правильно себя вести с близким человеком, для того, чтобы у него благодарность пошла из сердца. И потом приходит время, и люди всегда живут так, что у них чувство собственного достоинства развернуто правильно. Они хотят заботиться друг о друге, служить друг другу, и не ждут счастья друг от друга. И тогда они получают счастье в результате. Понимаете, то же самое в отношении к себе. Часто люди думают, что надо себя полюбить. Надо понять, что это Господь показывает тебе себя. Если ты правильно все делаешь, Господь тебе показывает, молодец. И в результате тебя любят, люди любят, а ты к себе относишься внимательно и критически. Не со злобой и уничижаешь себя, а внимательно и критически. Потому что ты знаешь, что если ты себя похвалил, это опасно. Твое чувство собственного достоинства пойдет вверх. Ты себя не хвалишь. Ты себе не говоришь, я солнце, я большое светлое солнце. Я самый привлекательный, обаятельный, привлекательный, самый обаятельный, привлекательный. Кстати, вот этот фильм, и там показано, что в результате получилось. Я самый обаятельный, привлекательный. От мужа ушла, нашла себе какого-то дурачка. Так работает самовнушение. Всегда один и тот же результат. Итак, что такое правильно работать чувство собственного достоинства? Мы себя не можем оценивать. Нас оценивает Бог и люди. И если Бог тебе говорит, что ты совершил ошибку, это больно. Это больно это признать, но надо это сделать. Если ты это сделал, то ты опять достойный и сильный человек. Ты опять идешь по пути удачи. Хоть кажется сначала, что нет, но потом очень быстро ты узнаешь, что ты на правильном пути находишься. Поэтому правильное чувство собственного достоинства означает, что я правильно живу. Означает не, что я крутой и как бы я на понтах, и меня все любят, уважают. Понимаете, это иллюзия, это пытаться создавать иллюзию. Временно можно людей ввести в иллюзию, но ненадолго. Если ты правильные поступки совершаешь в жизни, то в сердце в твоем спокойно и светло. Вот это и есть достойное поведение человека. Не чувство, что я типа крутой, и у меня все классно, а чувство, что я правильно живу. Вот это чувство является правильным, и оно указывает на сильную позицию человека.
Это чувство «я правильно живу» может укрепляться все сильнее, 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 сильнее. И когда это чувство «я правильно живу», оно очень сильно укрепилось в сердце, то люди такого человека воспринимают как праведника. То есть они смотрят на этого человека и видят, что от него исходит истина. Это означает, что человек много-много раз утверждался в правильных поступках в своей жизни. Но при этом он сам себя таким не считает. Он сам считает, что его наставник праведник, его старшие праведники. Человек, который достойный человек, никогда не гордится собой. То есть он всегда сильную позицию имеет в жизни. От него исходит сила, но не гордость. Он никогда не считает себя лучше других, такой человек. А если человек себя считает лучше других, то он уже встал на путь гордости. Это значит, что судьба будет уничтожить его, разрушит. Часто плохие поступки приводят человека к праведности, а хорошие, наоборот, к деградации. Часто так бывает. Ну, допустим, человек бросил пить. Прошло немного времени, и он такой видит, допустим, кто пьет, он фу, пьянчуга, ну то есть на него. Это уже гордость. Почему он так почувствовал? Потому что он бросил пить. Понимаете? То есть человек делает какой-то праведный поступок, и у него в сердце испытание сразу приходит. Это гордость. Я типа, фух, да я тут вообще. Вот. Или, допустим, он начинает пренебрегать близкими. Вы неправильно живете. Это тоже гордость. А ты прям вот уже давно правильно живешь. Ну, то есть, понимаете, другими словами, праведные поступки испытывают чувство собственного достоинства человека. Если человек совершил праведный поступок и при этом научился не гордиться собой, он людей всех нормальными считает вокруг. Ну, я хочу просто вот так жить и все. То есть, а все остальные, вот они хотят так, ничего страшного. Придет время, они тоже захотят как надо. Ну, то есть человек нормально оценивает хорошо людей окружающих, хотя видит, что они, допустим, делают не то, что надо в жизни. Это называется правильная работа чувства собственного достоинства. А если он чувствует, как бы, что они все плохо живут, ему противно рядом с ними находиться, это значит, что он загордился собой. Видите, на этом пути праведной жизни очень сложно, потому что знание должно руководить человеком в каждую секунду его изменений в жизни. Да, вот сейчас самое время. Самое время, потому что мы... Мучить не вопрос такого плана, а можно ли быть счастливым человеком с несчастливым человеком? То есть я понимаю, что у меня нет человека претензий, но я понимаю, что какие-то поступки совершают неправильно, а я понимаю, что мне жить с этим человеком, но мне нравится, как жить с этим человеком. Но я вижу, что совершаются ошибки. Но это уже не первый же, правда? Вот у вас есть... Ну, анализ своей жизни, ну, в перспективе, не только вот на сегодняшнюю секунду, а в перспективе. Если есть такой анализ, то вы вспомните, что прошлая девушка тоже так же вам приносила такие же страдания, но немножко по-другому. Вы вспомните это. И это даст вам знание, то знание, которое я вам сейчас расскажу. Дело в том, что человек не живет с человеком, он живет со своей судьбой. И ваша судьба не далее, как в прошлой жизни, вам показала, как вы в женском теле себя вели с мужчинами. Вот она сейчас вам показывает это, что вам поэтому достаются очень чувствительные, обидчивые, в какой-то степени даже депрессивные женщины, слабохарактерные, слабовольные, у них мало сил, понимаете? То есть это указывает на то, какие ошибки вы совершили в прошлом. Вот теперь уже это хороший вопрос. То есть первый вопрос у вас был какой? Виновата жена. А теперь вопрос правильный. Я знаю. Да, ну как бы я понимаю, о чем вы говорите, но я говорю глубже. Потому что вы сейчас спросили о человеке,
конечном счете, не о себе. Я говорю вам о вашей судьбе. Хотя у вас не напрямую так вопрос звучал, что она виновата, но в вопросе эта тема была ключевой. Но если в вашем вопросе не звучит, что кто-то виноват в вашей судьбе, что неважно, счастливая она или нет, а важно, что будет со мной, тогда я вам отвечу на ваш вопрос. Первое, вот я сейчас не только для вас говорю, я говорю для всех. Послушайте меня внимательно. В оценке своей судьбы есть три стадии. Первая стадия, когда человек получает боль от своей судьбы. Первая стадия неизбежна для всех людей. Вот я перед вами сейчас говорю, я тоже вхожу в эту стадию, когда получаю боль от близкого человека. Эта стадия называется «ты виноват в моей судьбе». «Ты виноват передо мной». Эта стадия приводит к поражению человека в его жизни. Если он остается на ней и считает виноватым во всем своего близкого человека, его судьба будет разрушать его до последнего. Никогда не будет остановки. Вторая стадия. Не ты виноват, а моя судьба виновата. Это значит, что я что-то совершил в прошлом не так, что ты мне достался вот в таком виде. Это означает, что человек принял судьбу и встал на путь победы над ней. И третья стадия называется «Не просто моя судьба виновата, а я виноват, и поэтому заслужил наказание, и я принимаю это наказание». То есть я принимаю свою жену, в скобках, судьбу. Принимаю. И когда ты принимаешь свою судьбу, в скобках, жену, с этого момента, с помощью твоей энергии доброты, потому что это и называется доброе отношение к человеку, с помощью твоей энергии доброты этот человек начинает меняться. Что такое доброта? Я принял человека и не возражаю против него, хотя он однозначно ведет себя неправильно со мной. Я не возражаю, я принимаю это все. И с этого момента она начинает меняться. А у тебя в сердце появляется спокойствие. Один молодой человек пришел к своему наставнику, говорит, я в своей жене и это уже принял, и это. Мне от нее ничего не надо уже, то, что я раньше хотел. Я с ней живу спокойно, потому что я все принял. Но при этом счастье, которого я мечтал, я знаю, что я никогда не получу. У меня к вам вопрос, так зачем мне нужна семейная жизнь? Я хочу пойти в монахи. Не смешно, это сильный человек, спрашивал наставник, не слабый. Он понял, что и с этой женой, и со следующей, все будет одно и то же, потому что так действует его судьба. Так зачем мне тогда такая судьба нужна? Я пойду в монахи и буду счастливо заниматься духовной практикой, нейтрализую свою судьбу плохую. Это хороший выход для сильных людей. Но наставник ему ответил по-другому. Он ему сказал, стоп, вот теперь ты получишь счастье в своей жизни. Тот говорит, как, какое счастье? Я же как бы живу с тяжелым человеком, как бы мне пришлось много времени потратить, чтобы все принять от него. И этот человек получил счастье в своей жизни, потому что ему не от чего было страдать. Он совсем согласился. Когда ты совсем согласился, страдать не от чего. Просто больше есть трудности от человека. Страдание исходит, означает, я не могу принять это. А трудности — это совсем другое дело. Допустим, кухня грязная, я могу страдать от этого, могу принять и радостно мыть ее. Понимаете? Ну, то есть два варианта, понимаете, всегда мышления. И когда человек принимает вот этот вариант мышления, он постепенно принимает близкого человека, все его прибабахи. Но при этом принятие не означает вот в это погружаться, понимаете? Потому что есть разные дистанции в отношениях. Если ты выбираешь ту дистанцию, на которой ты можешь чувствовать себя комфортно с этим человеком, тогда ты будешь счастлив. Но выбор дистанции означает, что ты переключаешься, потому что дистанция сближается от того, что я хочу счастья от жены. Но если я хочу от нее счастья столько, сколько она может мне дать, а сам черпаю счастье от Бога, от духовной жизни, от добрых людей, от природы, то есть от правильных источников счастья, то тогда в этом случае
Постепенно жена становится благодарной мне, то есть я начинаю побеждать судьбу. То есть я Богу сказал: спасибо, Господь, я все принимаю от Тебя наказание и буду Ему следовать. И Господь говорит: так я Тебя прощаю, ты крутой. Вот. То есть ты раскаялся уже, принял все, и дальше все начинает в лучшую сторону меняться. Поэтому счастливым рядом с тяжелым человеком быть можно. Но надо следовать правилам. Первое правило – принять этого человека, каким он есть. Второе – выбрать дистанцию, которой бы она, ну, этот близкий человек, на которой дистанции бы тебя не смог разрушить. Что значит дистанция? Значит, не слишком углубляться в отношения, понимаете? Вот. И дальше найти счастье во в чем-то другом, что действительно может дать счастье. Еще одну вещь, которую вы должны понять, что ваша ситуация не является исключительной. Поверьте мне, я читаю лекции уже больше 25 лет. Я знаю точно, что все люди в большей или меньшей степени страдают от близкого человека и чувствуют несправедливость в этих отношениях, потому что именно в этих отношениях заложен самый большой потенциал работы над собой. Люди больше всего должны работать над собой именно в этом, потому что они именно этого больше всего и хотят. Один ученик спросил у мудреца, у своего учителя: «Скажи мне, учитель, где я больше всего получу страдания в жизни?» И мудрец ему сказал: «В том, чего ты больше всего хочешь в жизни, от этого ты и получишь больше всего страданий». Поэтому, как распознать тяжелую семейную карму в человеке? Распознать очень легко, если человек скажет: я очень сильно хочу семью или личного счастья, очень сильно хочу. Это значит, что у этого человека тяжелая семейная судьба. Потому что если он сильно хочет, значит, ничего не получит. Понимаете, да? Или получит, но не унесет. Или получит, а потом еще получит. Сильное желание чего-то разрушает жизнь. Вы сильно хотели семейного счастья. Это признак тяжелой семейной судьбы. Это нормально. У меня примерно то же самое. Но у меня все нормально. То есть я не чувствую страданий в отношении с близким человеком. Вот это вот как раз я об этом. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Мечтаю – это как раз следующая тема, да? Чувство собственного достоинства. Мечтаю. Некоторые говорят, психолог: ты мало мечтаешь. Надо больше мечтать. Итак, чем отличается мечта от правильного поступка, от судьбы? Понимаете, мечта означает бездействие. Когда человек мечтает, его чувство собственного достоинства поворачивается не в ту сторону. То есть он уходит от реальности. То есть когда человек мечтает, это значит, что он неправильно живет. То есть, другими словами, мечта не приводит человека к победе. Его выбирает, и к победе приводит путь. Ну, то есть мечта сама по себе нужна. Но если человек погружается в мечту, то он разрушает свою жизнь. Для чего мечта нужна? Для того, чтобы запустить путь, жизненный путь человека. Понимаете, ни в коем случае нельзя мечтать, когда ты уже идешь об этом пути. Просто иди этим путем. Вот, допустим, девушка хочет замуж. Она не должна думать об этом желании. Она должна начать всем служить, заботиться обо всех. То есть стать как девушка сильной. И все, она будет замужем. В тот момент, когда она почувствует, что ей уже замуж не надо, и так хорошо, ее все любят, в этот момент она выйдет замуж. Это мое предсказание, и веды также говорят. Как определить, когда я выйду замуж? Меня люди спрашивают. В тот момент, когда ты будешь так счастлива в своем служении людям, заботе обо всех, что тебе уже не будет реально хотеться замуж, в этот момент ты и выйдешь.
И как это получится? В этот момент, когда девушка уже не хочет парней, как бы она хочет, она любит всех вокруг, ей так хорошо, она становится настолько красивой, привлекательной, что парни начинают любить ее. Она смотрит на парня и говорит: вот принесешь мне черевички, выйду за тебя замуж. Она не парится. Пока нет. Дистанция, когда правильно выбирается, человек чувствует, что ему что-то не хватает в отношениях с тобой, но он при этом не чувствует, что ты издеваешься над ним или ведешь себя неправильно, гордо с ним. То есть правильная дистанция означает, что человек обнаглел рядом с тобой, делает что-то не так в жизни, а ты не зависишь от него. Зависимость означает неправильно работать чувство собственного достоинства. Ты как бы видишь, что он обнаглел, ты счастье испытываешь в отношениях с Богом и служишь этому человеку, заботишься, желаешь ему счастья, типа я к тебе дистанцию выбрал, пошел вон. Нет, не так, а как бы забота, любовь, но не близкие отношения. Может быть, даже как бы близкие отношения в постели, но не близкие отношения в сердце. Если он спросит, почему ты со мной не поговоришь, надо сказать: я с тобой говорю настолько, насколько ты хочешь. Если ты хочешь больших отношений, обязательно они будут, но для этого мы должны договориться. Понимаете, чаще всего близкий человек хочет, чтобы жизнь шла так, как он хочет, он не хочет договариваться. Он находится на позиции ложной, на позиции ложного достоинства. Он пытается сломить достоинство человека. А надо чуть-чуть подальше и показать ему, что у тебя ничего не получится. И тогда человек встает на платформу сотрудничества, у него поворачивается чувство собственного достоинства в правильном направлении, и он как бы спрашивает: что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Понятно? Что? Принять? Это значит, тебе спокойно становится с человеком. Никаких проблем нет. Ты как бы... Были проблемы, ты наполнился. Принять означает наполниться. То есть ты наполнился от пробежкой, свежим воздухом, добрыми людьми, лекцией, храмом, святым местом. Наполнился, пришел к близкому человеку и... Все пропало, да? Если ты привязан к нему. И ты проследи за собой. Если ты приходишь, ты наполнился, пришел к близкому человеку, и у тебя есть, он тебе испортил настроение. Это значит, что ты ждал от него слишком много. И через это ожидание пришло к тебе страдание. А если ты выполняешь обязанности перед ним, то есть твое чувство собственного достоинства стоит в защищенной сильной позиции. Сильная позиция означает: я служу тебе, забочусь о тебе, но не унижаюсь. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Я не унижаюсь, я не прислуживаюсь, я забочусь, я служу, радуюсь тебе, желаю тебе счастья, но не позволю тебе унижать меня, потому что я не завишу от тебя, я завишу от Бога. Я твоя жена, но не слуга, не прислуга. Я твой муж, но не, как бы, не кошелек, не куколка, которая пляшет под твою дудку. Понимаете, я завишу от Бога, я самодостаточный человек, но живу с тобой по своему собственному желанию. И служу тебе, забочусь о тебе, но не унижаюсь. И тогда человек, видя это, начинает пытаться сотрудничать, так его можно воспитывать, менять этого человека. И ты можешь стать счастливым рядом с ним, но если ты ждешь счастья от него, ты унижаешься, и тогда будешь страдать. Поэтому вся проблема в ожиданиях вот в этих. Надо их победить. И тогда ты побеждаешь судьбу. Принять означает наполниться счастьем. Невозможно принять предательство, злобу, истерию, беспредел. Принять невозможно.
Можно только наполнившись, не поддаваться влиянию этого всего. Это называется принять. Принять — это не значит приблизиться и как бы и тебя мучают, а ты такой терпишь. Сейчас научусь терпеть. Это невозможно. Невозможно, когда муж изменяет, невозможно это как бы принять. Предательство принять невозможно, но жить с предателем можно. Вот, допустим, он изменил тебе, ты его как бы от другой тетки-то забрала. А это же твой мужичок-то вообще-то. Вот забрала его от другой тетки. Вот. И дальше живешь с ним, заботишься, но близко не подпускает. И он говорит, ты меня как бы отбила от моей как бы чувихи-то. А что любовь-то мне не даешь? А вот свиньям любви не дают. Понимаешь? Надо человеком сначала стать. Вот и помогайте, заботьтесь о нем, ждите, когда в нем проснется совесть. Понимаете? Она проснется через благодарность, обязательно. Давайте вернемся от желания и путь. Сейчас песенку включу. Вот смотрите, очень важно понять разницу. Вот есть песни, которые раскрывают эту тему хорошо. Я их изучаю и включаю, и сразу легко все понятно становится. Вот смотрите, человек мечтает, допустим. Мечтает, естественно, человек не может не мечтать, потому что если ему что-то положено по судьбе, он это предчувствует, и это называется мечта. Мечта означает, что это положено, вопрос, когда ты это получишь. Для этого надо дойти. Некоторые женщины спрашивают, Олег Геннадьевич, а я когда замуж? Неизвестно. Почему? Потому что замуж означает сдать экзамен. Хороший период может быть тогда-то, тогда-то. Допустим, одна девушка мне сказала, Олег Геннадьевич, через год я приезжаю в какой-то город, я не помню. Говорит, вы мне сказали, что я встречу человека и могу выйти замуж вот в это время. Я говорю, ну так и есть, вы в это время, мне кажется, кого-то встретили. Она такая, вы этого имели в виду? Но она говорит, ну за такого вообще замуж невозможно выйти. Я говорю, почему вы меня обманули? Я говорю, как я вас обманул? Как вы встретили то, что заслужили? Она, да, это я только этого заслужил. Ну, что сделать? Послушайте песню. Что человек не может победить судьбу, если он просто поверил в одну мечту. Визуализация, да? $5, $5, $5. Ну, как бы эти психологи так и объясняют. Чем больше ты представишь $5, тем ближе они к тебе окажутся. Если говорить с точки зрения, как бы, ну, судьбы, то так оно и будет. Скажешь, а что же, Легина, что тогда это неправильно? Я сейчас объясню, что неправильно. Чего бы ни захотел человек в этом мире, всегда это включает судьбу. Вот, допустим, человек чего-то хочет, он может сразу прям получить. Некоторые девушки говорят, Олег Геннадьевич, о чем вы рассказываете? Вот я захотел замуж, сразу вышло. Поднимите руку, кого так получилось. Ну, пожалуйста. Все это значит, что у человека достаточно в сердце благочестия или добрых дел для того, чтобы получить то, что он захотел. Ну, то есть девушка у нее достаточно, она достаточно всех любит, достаточно всех заботит. Только захотел замуж, раз уже вышло. Понимаете? Но, допустим, если у человека на $5 недостаточно благочестия, он визуализирует. А что-то не получается. Вот. Почему? Потому что, когда человек о чем бы ни пожелал, у него из сердца сразу выходит благочестие. Что такое благочестие? Это добрые дела, которые человек совершал в прошлом. Эти добрые дела могут выйти на любое твое желание и покрыть его. Это другими словами, если ты хочешь в банке деньги получить, у тебя должен быть чек соответствующий. Ну, то есть, когда человек чего-то хочет, то он обращается к этому банку добрых дел своих. И дальше этот чек ему выписывают, если там хватает добрых дел. Но есть определенная категория добрых дел, которые лежат слишком глубоко. И они предназначены для чего? Для того, чтобы ты в аварии не погиб. Для того, чтобы вообще аварии не произошло. Для того, чтобы когда ты заболел, тебе нужного врача нашли. И вместо здоровой ноги тебе бы отрезали больную.
Ну, то есть, другими словами, это количество добрых дел нужно для удачи, для того, чтобы у тебя в жизни все хорошо было. Но если ты сильно хочешь, начинаешь визуализировать, хочу там сильно, да, то какое-то время Господь смотрит на это все безобразие, а потом говорит, ну, пожалуйста. И он, получилось! Какой ценой теперь? Понимаете? То есть ты истощил запас своей удачи. Поэтому не лезь туда, в запас выдать, не улезь. Ну, хочу, хочу. Не надо. Ты один раз сказал «хочу», достаточно. А теперь сделай много добрых дел, чтобы своими настоящими добрыми делами покрыть свое желание, а не теми, которые предназначены для чего-то более важного. Понимаете? Вот как правильно надо жить. Делай добрые дела по отношению к женской природе. Добрые дела что такое? Постичь красоту женской природы.